В минувшие выходные центр Иваново утонул в белом. В городе прошел ежегодный забег сбежавших невест. Красавицы в белоснежном кружеве, атласе или шелке сначала катались на аттракционах в парке, затем фотографировались на центральных проспектах, а после соревновались в скорости. Самое зрелищное событие акции – спринт на каблуках. В этом году организаторы приготовили девушкам множество сюрпризов. Фишкой дня стало знакомство ивановских невест со столичной интернет-знаменитостью Максимом Голополосовым. Участницы уверены, если бы юношу дома не ждала избранница, в нашем городе он точно бы нашел свое счастье и женился. Здесь нет ни возрастных ограничений, ни там можно, девушка может быть любого семейного положения, любого возраста. Главное, чтобы было платье, желание вот прийти в этот день, провести его для себя. Вот пока такие правила есть, наверное, будут и желающие, которым хочется убежать на один день от быта и почувствовать себя в центре внимания.